Древние краски 50-х годов. Как правильно использовать? Я беру самую старую 1957 года Ленинградского завода художественных красок «Сиену сжженую». Наношу на бумагу, сложенную в несколько раз. Хорошо мастихином на бумаге растираю эту краску. И делаю это дважды, снимая и нанося на бумагу. Потом, когда продолжительное время краска полежит, я ее наношу на палитру и добавляю новое связующее вещество. Принцип в том, что старая масляная краска имеет в себе как связующее вещество основу. Это льняное масло. И льняное масло со временем, с годами, с десятилетиями становится прогорклым из-за того, что кислоты, в частности линоленовая кислота, дает потемнение, вступает в реакцию. Поэтому старая краска уходит в ящик. А вы как используете старые краски?